Днем нарождения белорусской милиции лишится 4 сакавика 1917 года, коли отрады боевых дружин рабочих узяли под ахову наибольш важные державные установы – пошту и телеграф. У Гомеле первые отрады милиции, те, как тогда называли отрады народной аховы, утворены праз 4 дни. Отповедное решение было принято объединенным выконкамом Мясцового совета рабочих и солдатских депутатов. Крыху больше, чем просты день затвержено и часовое положение об милиции города Гомеля. То был вельми непростый час, хоть по великим рахунку, легко супрацовникам органов внутренних справ не приходилось николи. И годы гражданской войны, Великой Отечественной войны, Чернобыль, криминогенные точки и горячие точки на постсоветском пространстве, Афганистан. И везде они с честью выполняли свой долг. Только за последние 5 годов орденами и медалями Республики Беларусь узнагорожены 314 супрацовников милиции Гомельской области. Подчас урашистого сходу от имя облвыконкама областному управлению внутренних справ уручается сертификат на узмацнение материально-технической базы, а его супрацовникам – гоноровые грамоты. Гэты вечер увогуле можно лишить своеобразным подведением выников деятельности самой массовой правоохранной структуры, от якой залежит безопасность людей. Причем не только на Гомельщине. Сегодня супрацовники милиции региона активно взаимодействуют с коллегами соседней Бранской области. И это приносит корысть жихарам обеих краин. Очень плотное, я скажу, взаимодействие идет оперативный служб. Неплохое взаимодействие по линии ГИБДД. Конечно, мы в рамках совместных приказов работаем, планы не допустить террористических каких-то провалов. Ну и, естественно, минимизировать все криминогенные риски. Особливо свято белорусской милиции у тем, что яе супрацовники николи не могут собраться разом. И справа не в отсутности отповедных залов. Нехто обовязково будет находиться на дежурстве, как обеспечить реализацию бадай самой головной силы – силы закона. Олесь Унцюров, Ольга Коновалова, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель».